трудом и жизнью мы свет себе создадим. В центре экрана идет полоса с текстом, и текст поднимается вверх. И на фоне интонации авторов и музыки такое ощущение, что это такой счастливый, такой легкий, такой дружный путь благодарных учеников. И видно, что за экраном, вот боковое обрамление, там движется жизнь. Там такое ощущение настоящей жизни. А здесь мы читаем и видим текст, это правило, условия, из которых состоит вот эта жизнь благодарных учеников, из чего она строится. А буквы, они ученические. Они очень легко читаются. Они такого солнечного цвета. И вот у них прям четкий контур такой. И я почувствовал, что в этих словах словно вот воплощается действие благодарных учеников. В оформлении там видно, как летят сердечки, и после них остается след из белых сердечек. Это, по всей видимости, образ движения по жизни благодарного ученика. Вот он летит, как горящее сердце, и за ним остается этот сердечный след. Как это красиво, как это здорово. И вспоминается, как связано оформление видеотекста и видеотекста «Благодарные ученики» и образной композиции «Журавлиная песня». Да, это очень ярко видно. Да, что вот эти вот иллюстрации, которые идут по краям экрана, они из «Журавлиной песни». И прям такой мостик простраивает сразу, да? А какие вот журавли, да, журавлиная стая, какие они благодарные ученики? Когда смотришь видеотекст, такое ощущение, что это идет просто такое пошаговое восхождение ввыси. А когда слушаешь и смотришь на все так целостно, то это не просто шаги какие-то, как по ступенькам, а это просто полет души, это такой поток счастья. Интересно, там текст, он прям идет таким сплошным потоком. Как потоком, да. И мне открылось, благодаря этому, что состояние благодарности, оно непрерывное. И то, что вот ты сказал, текст приходит по-разному же в видеотексте. То есть вот идет снизу вверх. Восходящий такой. Да, и приходит, есть те слова, которые приходят сверху вниз. И знаете, вот это, они приходят сразу целостно, вот эта целостная мысль. Знаете, у меня такая догадка, что если следовать, если вот в этом состоянии жить, если следовать этим принципам жизни, то это знание, что вот так будет складываться жизнь. То, что будет дальше, будет обязательно счастье. Как новое знание, как закон жизни эти слова приходят. Оформление видеотекста проложило такую взаимосвязь, мостик, завершающие слова песни. И там иллюстрации, они соответствуют из «Журавлиной песни», образной композиции, строкам «Как отрадно друзей, добротой обогреть». Да, точно. Да, и как-то вот эти строки, они сегодня открылись. Вот благодаря этим иллюстрациям такую подсказку дает. Каким трудом? Благодаря видеотексту начинаешь объединять, в единое целое объединяются эти композиции, и новые смыслы находят сердце, обогащая вот этим новым содержанием. Оказалось так интересно вот разбирать детали, увидеть взаимосвязь разных композиций, тонкости, вот оформления, что оказывается там столько интересного заложено. Чему можно учиться? Подводя итог, сейчас вот то, что в душе в результате встречи с видеотекстом, полное соответствие, вот как легкость, радость, праздничность дарит композиция, она наполняет этим состоянием, которое хочется отдавать в жизнь. И видеотекст его укрепляет, усиливает это состояние. Он помогает еще и глазами увидеть это, наполниться этой легкостью, радостью, благодарностью.